Как же научиться зарабатывать в интернете приличные деньги? Здравствуйте, меня зовут Игорь Пахомов, я интернет-предприниматель уже со стажем более 12 лет. На этом сайте я представляю свой обучающий курс по заработку в интернете. Пару слов обо мне. Бизнесом в интернете я начал заниматься еще в университете. Когда же учеба закончилась, я уже нормально зарабатывал, и поэтому я продолжил работать только на себя. То есть у меня нет опыта работы по найму от слова «вообще». Сейчас я в месяц зарабатываю 200 тысяч рублей, все это в одиночку, сидя за компьютером. То есть у меня нет никакой команды, никакого штата сотрудников. Я работаю один. Только сейчас я обратился к своим коллегам, которые работают со мной в одной сфере, чтобы они мне помогли сделать вот этот курс. Внизу на сайте есть их контактные данные. В общем, увидите. А так, я повторюсь, я работаю один. Почему я выбрал именно бизнес в интернете? Интернет – это неиссякаемый источник больших денег, ну это и так всем понятно. Людей в интернете становится больше, это значит то, что денег в интернете становится также больше. Также плюс интернета в том, что не нужно платить аренду, ходить куда-то, выяснять с кем-то отношения, считайте, вся ваша работа дома и только за компьютером. Об этом все. Если хотите больше узнать обо мне, то посмотрите полную версию видео на сайте, она есть внизу. В общем, я представляю вашему вниманию свой проект, который я назвал «Вершина». Это мой личный опыт бизнеса в интернете. Суть заработка состоит в следующем. Перенесемся к компьютеру. Итак, весь комплект курса состоит из двух компонентов. Это меню курса и дополнительные материалы. Меню курса выглядит вот так. Здесь находятся все видеоуроки, в которых я пошагово объясняю, как настраивается система и как она администрируется. Все видеоуроки очень подробные и записаны в формате HD качества. В дополнительных материалах находятся файлы, ссылки и программы, которые могут понадобиться вам в процессе. Важнейшая составляющая моего курса – это сайты. В комплект уже входят 10 макетов сайтов, которые в свою очередь можно переориентировать под любой товар. Это полноценные интернет-магазины, и они уже готовы к использованию. Их нужно лишь настроить под себя. А именно, платежные реквизиты и другие общие моменты. Все инструкции есть в видеоуроках. Итак, теперь о том, как это работает. У каждого из сайтов есть такая административная панель, через которую вы сможете наблюдать за статистикой продаж, а также производить различные настройки сайта. Тут все очень просто. Не нужно обладать какими-то сложными навыками. В курсе я обо всем подробно расскажу. После того, как вы настроите интернет-магазин, он будет представлять из себя примерно следующее. В курсе есть много способов рекламирования, и что самое приятное, многие из них бесплатные. И все, что мне сейчас остается, это запустить один из них. Нам не нужно много времени, чтобы настроить его, но он очень эффективен и, что самое главное, бесплатный. Так, с манипуляциями я закончил. Нажимаем на запуск и ждем, когда у нас пойдут первые продажи. Статистику я специально обнулил для удобства перед съемкой видео. Время сейчас у нас 9:30 утра, реклама запущена, компьютер я выключаю и иду заниматься своими делами. А вечером мы посмотрим, сколько продаж принес нам этот сайт в течение дня. Итак, прошел день, на часах 21:50. Давайте зайдем в панель управления сайта и посмотрим на результаты. И как вы можете видеть, в течение дня у нас было 7 продаж на сумму 12 600 рублей. Вся эта статистика отображается у нас в панели управления. Эти деньги должны быть уже на моем счету в Яндекс кошельке. Давайте прямо сейчас зайдем и посмотрим, так ли это. И вот, как я вам говорил, деньги уже здесь. В течение дня они поступали на мой счет. Все эти поступления вы можете видеть. Это не какие-то скриншоты, это все настоящее видео. Итак, исходя из всего вышесказанного, в течение дня было заработано 12 600 рублей. Естественно, какую-то часть этих денег, в моем случае 60%, я должен отдать поставщику. Если мы посчитаем, то за 12 часов с 10 утра до 10 вечера было заработано около 5000 рублей. Причем все это без вложений. Считайте, что внутри готовый бизнес под ключ. Сразу скажу, что этот заработок абсолютно легальный, он законный, здесь все в порядке. В день я трачу на работу где-то около 30-40 минут. В курсе я покажу, как можно сделать точно так же, чтобы не совершать какие-нибудь там лишние действия. Самое главное, просто повторите все действия за мной, и вы гарантированно получите результат. Не нужно изобретать велосипед, просто идите по проторенной дорожке. Кстати, на сайте есть отзывы, можете посмотреть, тут также все нормально. Почему я сделал этот курс? Да, я и так неплохо зарабатываю по этой системе, но я хочу зарабатывать еще и на своих знаниях. Дать бесплатно – это неправильно, потому что это мой труд, я его ценю, а любой труд должен быть оплачен. Да и вообще, покупая курс,
вы будете серьезнее относиться к тому, чем решили заняться. Кстати, если у вас есть основная работа, то это может быть отличным способом дополнительного заработка. Но для меня это и стало основной работой. Конечно, я не обещаю вам миллионное, но я могу с уверенностью говорить о заработке в 90 тысяч рублей в месяц, причем стабильно. Также я прекрасно понимаю, что, возможно, вы покупали уже курсы в интернете, которые в итоге оказались пустышками. Обычно я заметил, что в этих курсах две проблемы. Либо система заработка нерабочая, либо автор не может нормально объяснить, как же все-таки зарабатывать. Так как я на рынке уже давно, все мои курсы рабочие. Это и мои коллеги подтверждают. На сайте внизу есть мнение экспертов, посмотрите. Это раз. У меня педагогическое образование, я педагог, так что я смогу все нормально объяснить. Можете в этом даже не сомневаться. Это два. Конечно, я не говорю, что все курсы в интернете плохие, но 99% точно недостойны вашего внимания. Я посмотрел уйму курсов, и поверьте, я знаю, о чем я говорю. Что вам для этого потребуется? Вам потребуется компьютер и интернет. Это все, что нужно. Что вы получите? Вы получите, первое, бизнес под ключ, второе, видеоматериалы, как его настроить, и третье, техническую поддержку. Повторюсь, что вся ваша работа будет только в интернете и не более. Вам не нужно будет никуда ездить, не будет необходимости в том, чтобы с кем-то встречаться. Достаточно иметь только ноутбук и можете работать, сидя в кафе или вообще находиться в другой стране. Это не важно. Главное – доступ в интернет. Бизнес в интернете – это всегда удобно. В общем, если хотите начать зарабатывать, то от вас всего лишь потребуется, первое, оформить заказ и оплатить любым удобным для вас способом, потом скачать мой видеокурс, и третье, настроить систему для получения прибыли. На этом все. С вами был Игорь Пахомов. До новых встреч. Здравствуйте, меня зовут Игорь Пахомов, и я работаю в сфере интернет-бизнеса уже более 12 лет. Это видео я записываю как более полную версию о себе. Хочу рассказать о том, как у меня все начиналось, как я пришел к тому, чем занимаюсь сейчас. Снимаю немножко импровизированно, потому что на данный момент нахожусь в поездке, поэтому не судите строго. Я родился в небольшом городке в Владимирской области, пошел в школу, потом в университет. Ну, как все, по образованию я педагог, попутно с учебой я занимался бизнесом, но сначала не в интернете. Первое, чем я начал заниматься, я продавал автомобили, сотрудничая с местными автосалонами. Потом я начал заниматься оптовыми поставками строительных принадлежностей. Потом я продавал оптом чай и кофе. Далее встретил девушку. С ней мы решили открыть танцевальную школу для детей. Ну, не только для детей, там были разные направления. Кстати, она работает до сих пор. Чем я на самом деле только не занимался? Конечно, мне не особо нравилось заниматься этими танцами, машинами, оптовыми поставками, поэтому я был так интуитивно в неком поиске. Как я перешел в интернет? У меня друг занимался бизнесом в интернете. Я решил у него поинтересоваться, чем он занимается. Ну, знаете, вот он рассказал, разумеется, но не то, что я там загорелся и решил вообще все бросить. Нет, я поинтересовался, он рассказал, потом я сам в интернете все посмотрел, понравилось мне, изучил все больше, 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 потом заработал свои первые деньги. Ну, конечно, сначала у меня много чего не получалось. Ну, с опытом, ну, все как у всех. Начало все приходить, начал зарабатывать там 500 рублей в день. Бывало такое, что вообще не зарабатывал. Бывало, что в неделю там 1000 рублей только заработал. Даже бывало, что я в минус уходил. Но опять же, я вот повторюсь, что все с опытом начало потом приходить и получаться. Как в цитате, если долго мучиться, что-нибудь получится. В общем, эта тема с бизнесом со временем мне становилась все больше и больше интересней, потому что если за танцевальную школу мне нужно было каждый месяц там платить аренду, работать с людьми, ходить куда-то, выяснять отношения, что-то там ремонтировать, расклеивать листовки, то у меня тут вся работа была только за компьютером. И мне вот этот факт ужасно просто нравился. Вот, считайте, вам первый урок. Занимайтесь только тем, что вам нравится. И вы тогда вообще ни дня не будете работать. У вас все в жизни будет круто. Сейчас я очень часто путешествую, я был уже практически везде, где только можно. Последний раз в Грузию летал. Путешествую я в любое время, мне это не мешает, у меня, считайте, вся работа за компьютером, я просто беру его с собой и все. Бывает, даже компьютер не беру, через телефон могу уже все настроить.
Ну, на самом деле, да, мне пришлось много работать, чтобы разбираться в этой теме. Мне пришлось очень много перелопатить, чтобы понять именно правильные комбинации, знать, где есть там подводные камни, как мне их обойти. И я совершал очень много лишних действий, но со временем я нашел тот самый алгоритм, в котором абсолютно нет ничего лишнего. Вам же нужно будет просто его освоить, настроить и начать получать прибыль. Главное не делать ничего лишнего, просто повторяйте все действия за мной. Ни влево, ни вправо, не надо делать там какие-то лишние действия, потому что в такой момент вы переходите из разряда получения результата в разряд тестирования. У вас есть курс, там показано, как делать правильно, поэтому делайте правильно. В интернете есть якобы много способов заработка, которые на самом деле перестают быть актуальными быстрее, чем вы вообще о них узнаете. Но то, чему учу я, оно будет актуально всегда. Так что вот очень важно, вам не нужно, сломя голову, изучать, бояться, что там это перестанет работать. Нет, такого не будет. Оно будет работать всегда, пока еще существует интернет. Также самый главный формат моего курса состоит именно в обратной связи. Я постоянно коммуницирую с учениками, помогаю им, и мы вместе добиваемся результата. А если говорить вообще про главнейший аспект моего обучения, то это именно реклама. Как вы прекрасно понимаете, реклама – это двигатель торговли. Если вы научитесь круто рекламировать продукт, то у вас вообще, считайте, никогда ни с чем не будет проблем. Ни с деньгами, ни с клиентами. Всегда все будет отлично. Кстати, у меня есть YouTube-канал, в котором я подробно рассказываю о бизнесе, о рекламе. Там вообще все есть. Ссылочка сейчас появится в уголке, здесь или здесь. Там будут постоянно выходить новые видео, так что обязательно подписывайтесь. Вот так обычно проходит мой рабочий день. Да, я либо работаю дома, либо прихожу в кафе, там и за чашкой кофе с ноутбуком сижу, работаю. Это да, это прикольно. Почему моя система работает? Ну, во-первых, потому что я крут. Еще раз. Ну, во-первых, потому что я мало что делаю сам, я все автоматизировал. Проблема всех предпринимателей в том, что они постоянно заняты операционными задачами. То есть задачами, которые съедают 90% всего времени. У меня же все автоматизировано. Я занимаюсь либо стратегическими, либо тактическими задачами. Преимущественно. Конечно, в курсе я покажу, как все это делать. Еще раз скажу, что я обеспечу поддержку. У меня уже много единомышленников, я с ними постоянно общаюсь. И 90% из них это мои ученики. Они уже достаточно подкованы в этом деле, мы работаем. В общем, ничего сложного в моем курсе нет. Его на самом деле сможет освоить даже новичок. Там уже все сделано за вас, все сделано подробно. Это все мои знания, которые я накопил за столько лет работы. Это, можно сказать, самая суть. Вам не нужно проходить весь тот путь, который я прошел. Не нужно вам себе набивать шишек, там, тратить кучу денег, дрожать из-за того, что у вас там что-то может не получиться. С моим курсом у вас точно все получится. Но опять же, повторюсь, если у вас будут какие-то вопросы, я всегда вам готов на них ответить. Будь то в Скайпе, ВКонтакте, в Инстаграме, на почте. Можете писать мне куда угодно, я есть везде. В интернете я уже давно, на сайте есть отзывы, также есть видео с результатами того, сколько я зарабатываю. Там, кстати, отчет за 2 недели, посмотрите обязательно. На этом, в принципе, все. Если хотите присоединиться ко мне и начать зарабатывать, то ваши действия очень просты. Оформить заказ, оплатить любым удобным способом, скачать видеокурс, настроить систему, получать прибыль. Все. С вами был Игорь Пахомов. До новых встреч. Всех приветствую. Это видео я записываю в первую очередь как мотивационное для вас. Я хочу вам показать, сколько я зарабатываю по своей системе. И сейчас я дам вам полный отчет того, сколько я заработал за первую неделю. Следующее видео будет, соответственно, за 2. Поехали. Так, как видите, это мой личный кабинет Сбербанка. Давайте я обновлю страницу, чтобы вы поняли, что это не какой-то там скриншот. Вот, пожалуйста. Так, это общая сумма, заработанная за неделю. Теперь давайте перейдем в историю операций. Так, есть. Здесь вы видите вся история операций. Так, поступления, ну и понятно. Все эти поступления — это продажи. И деньги, как вы уже поняли, прямиком идут на мой счет. Я даже уже отключил смс-оповещение, потому что постоянно идут поступления. Мне легче зайти либо через телефон, либо через вот компьютер, чтобы все проверить и все посмотреть. Так, давайте вернемся. В общем, видите, в течение недели мне удалось заработать 97 932 рубля. Так вот, друзья мои, как видите, я зарабатываю по своей системе, ну и зарабатываю весьма успешно.
Я работаю по классической схеме, то есть я не занимаюсь изобретением велосипедов никаких. Если это работает, то я просто беру это, внедряю и получаю результат. Я не занимаюсь никакими темными темами, у меня все законно, все прозрачно. Я пробовал разные схемы сотрудничества, но классика, на самом деле, она лучше всего себя показывает. Мне очень часто задают вопрос, как добиться вот точно таких же результатов. Это, на самом деле, очень хороший вопрос, но прежде чем на него ответить, нужно понять, что мешает конкретно вам достичь этого результата. Знаете, вот я наблюдал такую особенность. Многие люди, они сидят с такими лицами, что они постоянно не верят таким результатам. Особенно новички, когда они смотрят подобные видео о том, сколько люди зарабатывают, они сразу же пытаются, как бы это сказать, отменить результат. То есть они говорят, что это все неправда, нет, такого быть не может. Нет, 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 ни в коем случае. Стоит вопрос, вот почему они так говорят? Все очень просто. Потому что если признать, что это правда, это все равно, что признать, что с вами что-то не так. Что вы явно занимаетесь не тем, чем надо. Признание вот этого вот факта, он выдергивает из зоны комфорта. А мозг, он устроен так, что он защищает ваш комфорт. Мозги так устроены. Поэтому нам тяжело начать действовать, тяжело вставать по утрам, ну и так далее. В такие моменты, когда вам тяжело что-то начать делать, задавайте себе только один вопрос. Я себе его постоянно задаю. Какой у вас результат? Я имею в виду в денежном эквиваленте. Как только вы задаете себе такой вопрос, вы сразу же понимаете, что что-то не так. Это очень удобный вопрос, да. В голове сразу же начинает возникать миллион оправданий, что у меня там семья, дети, работа, у меня нет таланта, знаний, цели, дисциплины и так далее, да. Оттого этот вопрос очень сложный, и очень мало людей им задается. Помню, как-то давно посетил тренинг по заработку, когда еще только начинал заниматься всем этим бизнесом в интернете. Рядом со мной парень сидел. На сцене много народу было. Вот. Рядом со мной сидел парень, на сцене выступал человек, он рассказал, как он занимается продажей музыкального оборудования и что он сделал в месяц, ну, делает в месяц уже давно, там, на протяжении около 2 миллионов рублей. Я вообще так, я так слушал, думаю, да нет. Нет. И вообще на половине рассказа перестал слушать. Тренинг вообще сам по себе длился где-то около месяца. То есть мы 2 раза в неделю приходили, какое-то время там проходили, уходили, занимались и приходили опять, и отчет предоставляли, и все. И было предпоследнее занятие, и вот парень, который сидел рядом со мной, я решил с ним познакомиться. Я его спрашиваю, что ты вообще обо всем об этом думаешь, потому что выступало очень много людей, что там рассказывали. Я говорю, ну, не верится же. Он говорит, да нет, почему, я вот верю. Я говорю, ну, слушай, нельзя быть таким доверчивым-то. Он говорит, да нет, почему, помнишь, вот первый человек выступал? Я говорю, ну да, помню. Он говорит, ну вот я тоже занимаюсь продажей музыкального оборудования, я послушал, что он мне сказал, то есть я хотел начать заниматься бизнесом, вот именно я в музыке разбираюсь, я послушал то, что он мне сказал, я это внедрил, и в первую неделю мне удалось заработать около 50 тысяч рублей. Но если сказать, что меня это тогда не дернуло, ну это ничего не сказать. Я, разумеется, да нет, да ты, да что, я что-то ну, как-то не особо в это верю. Говорю, да нет, смотри, вот, пожалуйста, мой сайт. Показывает мне сайт сразу на телефоне. Вот, смотри, Сбербанк, вот поступление, пожалуйста. Меня, знаете, ткнули просто в этот результат. Вот ткнули в него. Сказали, нет, слушай, нет, все это правда. У меня тогда рухнул мир полностью. И это не самый жесткий случай, который был. Был еще жестче. Девочка 19 лет занимается пошивом платьев на заказ. Зарабатывает в месяц 450 тысяч. 19 лет. Меня... И это факт. Это факт. Понимаете, вы можете в это верить, не верить, но это факт. Такие люди есть. Они ничем не отличаются от нас с вами. Отличается только их мышление. Какими они вопросами задаются. И, ну и не более. Как говорят, не попробуешь, не узнаешь. Поэтому пробуйте, приобретайте мой курс, настраивайте систему, получайте прибыль. Все. С вами был Игорь Пахомов. До новых встреч. Всех приветствую.
Итак, у нас прошла еще одна неделя. У меня все точно так же работало, но конкретно на этой неделе я решил сделать небольшое усилие и попробовать заработать больше. Ну, конечно же, у меня все получилось. Так, перейдем в Сбербанк. Вот как видите, опять поступление. На этой неделе я использовал другие фишки для продвижения, для увеличения продаж. О них я буду говорить в курсе. Я не совершал никаких лишних действий. Я делал все так, как делаю уже давно. У меня есть наработанные схемы, я по ним работаю. Да, кстати, вот в прошлом видео я так и не сказал, что нужно делать, чтобы добиться такого результата. Я сказал, что мешает людям добиваться такого результата. Теперь поговорим о том, что нужно делать. Вот у вас может быть неправильное представление, что якобы нужно прилагать сверхусилия, чтобы добиться такого результата. На самом деле, для того, чтобы это сделать, нужно думать только об одном – о некотором количестве сделок. Потому что все вот эти поступления на мой счет, так, перейдем обратно, да, вот, раз, два, три и поехали. Все вот эти поступления – это некоторое количество сделок. А многие люди, они начинают думать, что для того, чтобы заработать миллион, нужно сделать, ну, пипец как много. То есть люди начинают мифологизировать этот миллион, якобы его сделал не человек. А думать нужно конкретно по декомпозиции. Для тех, кто не знает, декомпозиция – это разделение целого на части. То есть, вот, например, если вы хотите заработать 100 тысяч, то вам нужно подумать только о том количестве сделок, которые вам нужно сделать. То есть вы должны считать P на Q. Это вот такая простейшая формула. P на Q равно ту сумму, которую вы хотите заработать. P – это средний чек, Q – это количество сделок. Ставьте себе сумму и просто посчитайте. Это простейшая математика. Это не какая-то там сложная экономическая формула. Нет. Вот для примера. 100 тысяч хотите заработать? Хорошо. Средний чек у вас сколько? 5 тысяч. Сколько нужно сделать количество сделок, чтобы заработать 100 тысяч? 20. 20 сделок. Теперь стоит второй вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы сделать 20 сделок? Нужно запустить определенный объем рекламы. Все. Вот так и думает предприниматель. То есть миллион – это конкретное количество сделок. Постоянно держите у себя в голове эту формулу. В этом нет ничего сложного. Если вы хотите заработать 100 тысяч, вы поймите, что предприниматель – это не тот человек, который… Вот он поставил дело на поток, и он ни о чем не думает, что вот оно у меня будет идти, я там буду в месяц зарабатывать такую сумму денег, во второй такую, я посмотрю, в принципе, меня все будет устраивать. Нет, он так не думает. Предприниматель всегда себе ставит определенную цель, будь то на месяц, на неделю, на 3 месяца, на полгода, на год, да, что он заработает за месяц такую-то сумму, за второй должен такую-то, за третий такую-то, и все, он идет, он в свой ритм вошел. Идет и зарабатывает. И у него постоянно в голове эта формула P на Q. Он знает, что у него есть средний чек такой, что ему нужно сделать такое-то количество сделок. Как их сделать? Ага, хорошо, я запущу рекламу, все хорошо. И все, вот в конце месяца у меня получается такая сумма. Люди этого не понимают и начинают заниматься какими-то очень странными делами, по типу думать вообще не о том. Загружают в себя кучу информации, потом у них ничего не получается, говорят, что это все очень сложно. Нет, люди загружают в себя кучу лишней информации. Нам нужно только держать эту формулу в голове. Это самая суть, это вот самое главное, что нужно держать в голове всегда. А у других людей есть другая проблема. Они, например, не то что в себя ничего не загружают, они просто сидят, ничего не делают. Они не делают, знаете, не потому что они там не хотят что-то, да, или что-то в этом роде, нет. Они не действуют только потому что не понимают как. То есть, да, это лень, да. Но что такое лень? Определение лени. Это ответная реакция организма на бессмысленность действий. То есть, вы начинаете лениться тогда, когда вы не понимаете, что вы делаете. Вы чувствуете, что это бессмысленно, вы не ощущаете результат. Вы знаете, что вам нужно сделать 20 сделок, да? Но вы не знаете, где их нужно сделать, да? И вы начинаете сидеть там в Инсте, ВКонтакте и вообще ничем не занимаетесь. Поэтому всегда все раскладывайте по декомпозиции. Вы знаете, что вам нужно заработать 100 тысяч. Это условные цифры. Вы можете поставить себе там 10 тысяч рублей. Средний чек у вас там 500 будет. Стоит вопрос, что вам нужно сделать. Когда вы понимаете конкретные четкие цифры, цель становится реальной. Вы сразу начинаете ощущать результат. В такие моменты обычно лень проходит сама собой. Я акцентирую ваше внимание, что
Лень, она наступает только тогда, когда вы думаете, что все это бессмысленно. Когда же вы уверены в результате, да, то у вас лени никогда не будет. Самая лучшая мотивация – это результат, пусть даже маленький. Вот 500 рублей, попробуйте заработать просто 500 рублей в интернете. Вот начните с этого, да? Это будет самой лучшей мотивацией. Вы поймете в такой момент, что да, я заработал, круто, я хочу еще заработать. И вы будете работать опять до результата. В принципе, на этом все. Если хотите начать зарабатывать, то приобретайте курс, настраивайте систему и давайте уже зарабатывать. Хватит этой бедности, не надо этого ничего. Надо добиваться своих целей. С вами был Игорь Пахомов. До новых встреч.